Привет, друзья! Так как мой подписчик сегодня попросил меня съездить за грибами, посмотреть, есть ли у нас здесь опята, мы выехали в Березнодар специально для вас, чтобы показать, выросли опята, нет, какие они есть, существуют вообще и как они выглядят. Также мы вам покажем очень много разных грибов, которых можно есть. Так что давайте, ждите. Так, наткнулся на опята. Вот они, опята. Растут в Березнодаре, их много, в принципе, повсюду. Вот уже тут. Тут уже и большие пошли опята. Вот они маленькие повсюду. Так что будем собирать опята. У молодых вон юбочку не сильно заметно, а у больших уже юбочка хорошая. Уже нарезал всяких опят. Вот, короче, с этой стороны повернулся опята. Но они маленькие, правда, очень. Вон их много. С этой стороны понарезал. Ладно, будем собирать. Ну-ка, а с этой стороны есть? Нет, здесь все уже нету. Вот только. О, какие малюськи. Итак, вот растет подберезовик. Вот такой вот. Это называется болотный подберезовик. У него белая шляпка. И внизу вот это вот белое, не рыхлое, это свеженький подберезовик болотный. Если у них уже рыхлые идет, такие гниловастые, их нельзя употреблять в пищу. Вот тверденькие, вот такие, свеженькие, можно болотные. А вот подберезовик с коричневой шляпкой, обыкновенный. Он более ценный, чем обычные подберезовики. Такие намного лучше собирать и вкуснее. В принципе, я когда их ел, разницы не заметил. Вот такие вот тоже нормальные пойдут. Главное, чтобы молоденькие были. Запоминайте. Ох, наткнулся я на опят еще. Вот они. Усыпано их опятами тут все. Зря я ножик маленький взял, тут надо большой длинный ножик, острый, вот. Все усыпано в опятах. Тут вот пошло, и вот еще пенечек с опятами. Вот они. Вот пошло. Вот усыпано вообще все в опятах. Тут люди ходят, никто не может найти опята, я тут на одни опята только натыкаюсь. Вот они. Вот так вот, ребята, учитесь у меня опята собирать. Вот только пошли опята. Леха теперь нашел себе опят, пока я резал. Вот маленькие. Они, правда, только пошли. Он их усыпано. Нифига ты нашел. Ну-ка покажи, сколько там у тебя. Да мало. Ну, у него мало. Вот у меня. Покажу. Вот у меня сколько опят. Это с одного места только собрал. 4 таких места и пол пакета будет. О, посмотрите, какая тут красота. Леха ухает, что-то там. Вон красотища какая здесь. Красота! Поганочки какие-то. Интересно. Да, грибов здесь ничего-то уже не видно. Каракахэн. Короче, куча опят. И здесь все порезал. Вот они начались. Здесь надо порезать опята. Короче, очень много нынче опят. Я думаю, не знаю, на этой ноте надо закругляться уже. Итак, все, насобирались мы опят. Сейчас я вам покажу, сколько собрали мы общего.
Вот такой вот пакет один. И вот такой здоровенный один пакетище. Пакетище как в длину моих 3 сапога. Вот здесь опять получается. Вон пол пакета. И здесь опять. Вон сколько. И здесь дохренище, короче. Здесь еще больше. Опять. Ладно, всем счастливо, всем пока. Будем закругляться. Так что я вам показал, что опята уже есть. Ставим лайки. Идите, собирайте грибы.